Как и кем создаются городские новости, увидели ученики из 50-й школы. В гостях у нашей телекомпании юные журналисты медиа-центра «Спички ТВ». Ребята посетили «Тагил ТВ», чтобы познакомиться с внутренней кухней работы муниципального СМИ. Пришли не ради интереса, а по делу. Девятиклассница Турана Алискерова уже 2 года школьный корреспондент. В преддверии выпускных экзаменов она пишет индивидуальный проект по теме журналистики. Тема моего проекта – это журналистика в современном мире, в современном обществе, ее перспективы, как она изменилась, то есть что нас ждет в журналистике, то есть как журналистика будет дальше развиваться, как цифровые технологии влияют на сегодняшнюю журналистику. Проект школьница пишет под руководством своего наставника Екатерины Исаковой. Турана очень активная девочка, она постоянно участвует в различных мероприятиях. 2 год она занимается в медиа-центре в нашем, активно себя показывает, участвует во всех мероприятиях как корреспондент, берет у директора интервью, у детей и так далее. Туране Алискеровой предоставилась возможность не только увидеть работу взрослых журналистов, но и попробовать себя в качестве интервьюера. И хотя школьница еще не знает, будет ли связана ее жизнь в дальнейшем с журналистикой, работа в СМИ, по словам Тураны, увлекательна и перспективна.